Привет, ребята! Секреты Бейливуд продолжаются. Спасибо большое вам за совет и поддержку под первой серией. Я сделала для вас небольшое вступление, дослушайте его до конца, пожалуйста, чтобы отпали некоторые вопросы, а также, чтобы мы вместе с вами смогли сделать этот проект еще лучше. Итак, первая серия была с озвучкой. Она основывалась на озвучке, которую я часто слышала в сериалах. Закадровый голос, который там что-то объясняет, и диалоги. Ни в одном сериале я не слышала озвучку на протяжении всех, например, 40 минут, так что поэтому и были паузы. Эта серия сделана с субтитрами, и сейчас я хочу, чтобы вы решили, как лучше вести этот проект, с озвучкой или с субтитрами. Ставьте лайк, если хотите озвучку от меня и от Олега, дизлайк, если субтитры. Ну и третью серию я уже запишу, отталкиваясь от результатов. Также часто звучал вопрос, почему 18+. Потому что в проекте, во всем проекте, будут моменты с таким рейтингом. Мое дело, как говорится, предупредить. Ну и касательно сюжета. Я знаю, что могут быть ляпы, неточности. Этот проект сугубо любительский, создан мной, и в большей части моментов я черпаю вдохновение из прочитанных книг, просмотренных сериалов и фильмов. Но ведь ляпы бывают и в гораздо более дорогих проектах. От них никто не застрахован, но хуже они от этого не становятся. И да, мама Бейли и Лайлы – брюнетка, просто волосы красит. Ну что, приступаем? Приятного просмотра!